Легенды отечественного автопрома радовали новосибирцев в день машиностроителя. Владельцы «Чайки», «Победы» и других машин середины прошлого века отметили этот праздник автопробегом по главным улицам города. Организаторы создали атмосферу того времени, в котором были выпущены автомобили участников. С обеда на набережной звучала музыка советского времени. Около легендарных отечественных авто постоянно фотографировались горожане, заглянувшие на праздник. Содержать такой автомобиль сложно, детали найти практически невозможно, приходится восстанавливать их самостоятельно. На полную реконструкцию уходит больше года, но владельцы просто влюблены в неповторимый внешний вид машин. Обращают внимание гораздо больше, чем на любом другом автомобиле, будь то Mercedes, там, Lexus, неважно. Все внимание постоянно на дорогах приковано к нашему автомобилю.